наше государство на земле имеет свой флаг и герб. Правильно? Сегодня у нас праздник, день государственного флага. Кто скажет информацию о государственном флаге? Давай, Галя, пожалуйста. Государственный флаг Азербайджана состоит из трех равных по ширине горизонтальных полос. Верхняя полоса голубого цвета, средняя полоса красного цвета, нижняя полоса зеленого цвета. Под голубым цветом подразумевается тюркская пачка тюркского народа. Красный – развитие демократии. Зеленый указывает на принадлежность исламской религии. Что у нас на красной полосе? Полумесяц и восьмиконечная звезда. Молодец, умница моя. Ребята, еще раз скажу. Голубой цвет что обозначает? Демократия. Зеленый цвет что означает? Демократия. Мурат, иди к доске, пожалуйста, скажи стишочек, который ты знаешь. Ой, сегодня честная флага отдали сюда друзья. Под красивым новым флагом мы огромная семья. Спасибо, Рустам. Всем другом своей страны. Кого мы на сумках, кто всегда убеждены и любой из граждан. Молодец, садись. Пожелания с небес, мы истинный прогресс. Пописали программу, взяли маленький глазок. Мы истинный прогресс. Пописали программу, взяли маленький флажок. Похлопаем все и скажем всем спасибо. Спасибо. Барбара Стрейсанд. Barbara Streisand.